В воскресенье в Самарской области малооблачно, без осадков, плюс 2, плюс 4 градуса днем, ночью 0,1 выше 0. Ветер западный 3,5 метров в секунду. В Сызрани ясно, в дневное время 4 градуса выше 0, ночью плюс 2. Западный ветер 3 метра в секунду. В Тольятти облачно с прояснениями, днем плюс 3, ночью 2 градуса выше 0, юго-западный ветер 4 метра в секунду. В Самаре солнечно, днем плюс 3, ночью 1 выше 0, западный ветер 4 метра в секунду, атмосферное давление 764 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 78%, в геомагнитном поле небольшие возмущения. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом gismeteo.ru. We'll be right back.